Здравствуйте, дорогие друзья! Я ведьма Хельга, и сегодня хочу вас познакомить с еще одним способом очищения себя от негатива. Все знают про откатку яйцом, но можно сделать откатку и репчатым луком, обыкновенным репчатым луком. Эффект от такой откатки всегда отличный. Катайте лук по телу и говорите: скатываю с глазы уроки и призоры на лук. Лук от семи недуг. Все скатываю, выкатываю, вон. Говорить нужно неограниченное число раз, пока катаете. Лук затем нужно выбросить на помойку с подношением духом помойки со съедения негатива.